От Тетяна каже, що ми започаткували цю справу, добре, що Зеленський це завершив, і все, все стало на свої місця. Які це матиме наслідки у правовому полі і взагалі? Дорогі українці, я хотів би немножко поміняти, мабуть, ракурс дискусії. Давайте поймемо, що случилось. Україна, вроде би, правове государство. И мы сейчас от мужей, да, от представителей законодательного органа страны слышим о преступниках, да, пособниках, информационной атаке и так далее. В правовом государстве такой вывод может сделать только суд в результате рассмотрения дела по существу. Как раньше телеканалы лишали лицензии. Например, телеканал «Наш», за который не вписался, извините за фольклор, ни телеканал ЗИК, ни телеканал 112, ни телеканал Ньюс Ван, они как в рот воды набрали. Но это, наверное, пусть будет на их совести. С этого как раз все и началось, когда все остальные журналисты молчали. Нацсовет обращается в суд о лишении лицензии на основании там, многочисленных нарушений по их мнению. Дальше у нас, как у юридической компании, юридического лица, есть возможность отстаивать свою правоту в суде. И только после окончательного вердикта в том, что мы нарушили закон, нас могут лишить лицензии. Что произошло сейчас? Собрались какие-то люди ночью на свое усмотрение, никому не рассказывая почему, приняли решение аннулировать лицензии и внести в санкционный список не только физическое, но и юридические лица, которые являлись телеканалами. То есть с этого момента телеканалы выключаются. В Украине есть понятие презумпция невиновности. Если вина не доказана, отключать нельзя. Как сказал представитель «Слуги народа», пусть идут суд и доказывают. Я сегодня разговаривал с Андреем Портновым. Я думаю, никто не сомневается в его профессионализме. Доказать свою правоту вплоть до ЕСПЧ у этих предприятий займет приблизительно 2 года. За эти 2 года разойдется коллектив, за эти 2 года забудут, что такие телеканалы существовали. По сути, это убийство 3 телеканалов. На каком основании? Ну, Татьяна Черновол тут гордится тем, что с 2018 года был какой-то закон, было временная следственная комиссия, которая кто-то выяснила. Татьяна, я понимаю, это, конечно, не убийство людей на Майдане или там в офисе партии регионов. Тут за 7 лет не разобрались, да, но тут же за 2 года можно было разобраться. А что же нарушил Тарас Козак или непосредственно 112-й, ЗИК или Ньюс Ван? То есть если они терроризм финансировали, доказательства на стол, уголовное дело, СБУ, за решетку, неважно. Вы говорите пособники, так вы не меньшие пособники другой пятой колонны, но тоже ходите на свободе. На этом же фоне канал Порошенко разжигает рознь каждый день, угрожает убийством президенту, стравливает всю страну. И он продолжает работать, потому что он работает в рамках какой-то парадигмы. Уважаемые друзья, смотрите, вы можете испытывать симпатию к Медведчуку, к Шуфричу, еще к кому-то, к их политической силе, к... Наверное, к информационной политике канала или нет. Но вопрос в другом. Это четко показывает, что Украина перестала быть правовым государством. Это означает, что в своих правах могут быть поражены как юридические, так и физические лица. Это означает, что опасно для всех с этого момента. Мало кто знает, да, но я напомню, ну, телеканал «Наш» тоже находится под санкциями СНБО с 18 марта. 2019 года внес еще тогда Петр Алексеевич Порошенко. Тоже запрещено отчуждение оборудования, да, там, продажа корпоративных прав и многое-многое другое. Но тогда даже Порошенко не решился лишить нас права вещать. Что произошло сейчас, наверное, мы узнаем в рамках судебного разбирательства. Но я не думаю, что Нестор — это падающий рейтинг. Падающий рейтинг что будет означать для президента? А ровным счетом ничего. Невозможность избраться на 2-й срок, но он останется президентом, в руках его будет исполнительная власть. Он также по-прежнему будет влиять на парламент и кабинет министров. Если Зеленский не собирается избираться 2-й раз, это не является камнем преткновения. Мне просто кажется, что после выборов в Соединенных Штатах, да, мы видели, как поступили с Трампом. Очень многие вещи, которые раньше считались символом, да, свободы слова, как и прочих других свобод и демократии, рухнули. И теперь на Украине просто начинают испытывать другие сценарии. А что будет? Угу. Как отреагируют граждане, да, если начать системно
беспредельно, тут поддержу Диану, да, нарушать законодательство и лишать инакомыслящих права получать необходимую информацию. Пан Мурат, але ж це не вперше. Знаете, вот коли мы...